В центре сельского поселения Орджоникидзевское расположено христианское кладбище. В сентябре по программе возвращения русскоязычного населения республики Министерство труда и социальной защиты провело ряд субботников по облагораживанию территории кладбища. Во время общественных работ были обнаружены разрушенные памятники генерала Слепцова, героя Советского Союза Ивана Ивановича Виноградова, участника Великой Отечественной войны. Накануне Дня Героев Отечества произведена реконструкция заброшенной могилы героя и установка памятника. В церемонии открытия памятника приняли участие председатель правительства Муса Чалиев, министр труда и социальной защиты Багаудин Маршани, представители администрации Сунжинского района, районного военкомата, казачества и жителей сельского поселения Орджоникидзевское. Совершил богослужение настоятель Покровского храма священник Сергий Мальцев. Иван Иванович Виноградов, командир 62-го гвардейского отдельного моторизованного саперного батальона 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, гвардии-сержант, с честью сражался за Отечество на фронтах Великой Отечественной войны. Удивительный подвиг. За одну ночь только Иван Иванович со своими бойцами сумел переправить на берег необходимый для защиты, для успешного проведения боя 500 солдат и офицеров. И все 500 солдат и офицеров без единой потери за одну ночь только 10 рейсами были переправлены. Вооружение, боеприпасы, необходимое продукты питания для ведения боя. И так 300 рейсов, 300 переправ через реку Днепр. Это заслуга Ивана Ивановича, это заслуга нашего земляка. Мы гордимся и гордимся тем, что сегодня есть возможность в памятный день, День защитника Отечества, в день, когда чествуют героев нашей страны, мы можем открыть этот памятник. Работаем. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленное при этом мужество и героизм гвардии-сержанту Ивану Ивановичу Виноградову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он жил и работал на родине. Скончался 15 августа 1963 года. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».